мужество с самого детства. Из-за серьезных заболеваний, эпилепсии, ДЦП, спинальной атрофии эти малыши вынуждены проводить долгие недели в больнице. Попали в эту больницу осложнение после ОРВИ, защемление лицевого нерва. Вот. Очень, я, если честно, была даже более грустно настроена. Лечение эффективное, врачи профессиональные. Елене повезло. Очень скоро она с малышкой поедет домой, ведь их выписывают. В четырех стенах девочка провела всего 10 дней. Говорит, не скучала, рисовала и играла с другими детьми. Почти детский сад. Ей тут нравится, она даже домой не хочет. А вы вместе, да, лежите, мама? Ну, вместе, да. У нее катетер стоял по уходу, считай, ребенок. Надо же помыться, вот эти все процедуры, обследования. Чтобы дети не скучали, в отделение периодически приходят волонтеры. Сегодня из благотворительного фонда «Облака». Соку, соку, вира, вира. Соку, сдачи, соку, вира. Размяли тело, разомнем и ручки. Волонтеры вместе с детьми плели браслеты счастья. Мероприятие направлено на поддержку психоэмоционального состояния детей, которые находятся в больнице продолжительное время вдали от дома. И мы настроены на долгосрочное сотрудничество с краевой клинической больницей, и мы всегда открыты к сотрудничеству и рады проводить мастер-классы ежемесячно. Как и все дети, эти малыши тоже хотят внимания, заботы, элементарного веселья. И такие встречи помогают разукрасить будни маленьких пациентов, чтобы жизнь не казалась вечным лечением, уверены их родители. Маргарита Гартунг, Николай Шилко. День с толком.